Дорогие друзья, на основной карт готовятся Камбарулу Чумадил и Исаков Бекболот. Давайте поактивнее, ребят. Дорогие друзья, основной карт, весовая категория 70 килограммов. Приглашаем бойца из Кыргызстана Камбарулу Чумадил, а также Исаков Бекболот, Кыргызстан. Перед началом основного карда хочу поблагодарить наших организаторов. Президента Всемирной Федерации WEF Кыдырмышева Руслана Чаманаковича. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. А также хотим поблагодарить мэра города Карасу Кутыгалы Колчаковича. Ваши аплодисменты. Также благодарим президента Федерации WEF по Карасуйскому району Аманкулова Рашида. Ваши аплодисменты. Благодарим наших депутатов городского кенеша города Карасу Кокоева Полота и Чамбаева Ахыла. Карасу, давайте больше шума. Хабар Улу Чумадил и его соперник Исаков Бекболот. Мы ждем вас. Отлично, наши бойцы в октагоне. Итак, в синем углу весовая категория 70 килограмм. Рост 108 сантиметров. Команда Карасу. Возраст 16 лет. Тренер Ажимашев Шаирбек. Встречаем бойца Камбарулу Чумадил. Его соперник, боец в красном углу. Весовая категория 70 килограммов, рост 108 сантиметров. Мастер спорта по кикбоксингу и ушу санда. Команда Карасу, возраст 24 года. Его тренер Аманкулов Рашид. Встречайте, дорогие друзья, Исаков Бекболот. Бойцы на середину. На середину бойцы. Поактивней. Бойцы правильно знают. Красиво. Покажите красивый бой. Давай, удачи. Пожалейте руку. Удачи, бойцы! Давай, достом. Очень быстро завершили этот бой. Не успели отойти, а тут уже глубокий нокаут. Ваши аплодисменты! На награждение хочу пригласить президента Федерации WEF по Карасуйскому району Аманкулов Рашид под ваши бурные аплодисменты. Ah.